أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين ولعنة الدائمة على أعدائهم مجمعين إلى قيوم يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته мы продолжаем наши уроки по посвящённые вопросам убеждений вопросам исламской идеологии На прошлом уроке мы говорили о том, что изучение этих вопросов, изучение вопросов идеологии является обяз обязанностью каждого человека, каждого мусульманина и каждого верующего. И мы привели одно доказательство разума. Мы упомянули о том, что согласно разуму, предотвращение предполагаемой опасности является обяз обязанностью человека, является обязательным. То есть, другими словами, если вы предполагаемую опасность не предотвратите, то в глазах людей, в глазах разумных людей будете считаться виновником собственных бед, будете считаться виновником собственных страданий. Например, если вы предполагаете, что в стакане воды, который стоит перед вами, присутствует яд по тем или иным причинам, и это предположение вами игнорируется, вы без исследований, без поисков испиваете из этой воды, и после этого попадаете в больницу, то ваши знакомые, ваши близкие, ваши друзья, и каждый человек, который узнает о случившемся, осудит вас, посчитает вашу халатность преступной. И точно так же дела обстоят, и даже и с еще большей важностью дела обстоят с вопросами убеждений, с вопросами идеологии. Человек непременно должен исследовать самостоятельно на основе, в первую очередь, в первую очередь, на основе доводов и доказательств разума. Ведь именно к этим доводам и доказательствам в первую очередь священный Коран обращался к многобожникам. В священном Коране множество раз говорится о том, что разве вы не размышляете? То есть священный Коран неоднократно призывает к раздумиям, призывает к размышлению, призывает к доводам и доказательствам разума. Поэтому если человек на основе своего разума не возьмется за исследование этих вопросов, вопросов о том, откуда он пришел, кем он является, для чего он пришел, для чего он живет, для чего он существует, и куда он направится после смерти, и направится ли он вообще куда-либо, какие последствия для него, для окружающих имеют его действия и поступки то в таком случае проявив этих вопросах в исследовании этих вопросов халатность он будет виновен разум осуждает подобные подобную халатность подобную небрежность и поэтому для каждого человека как минимум является обязательным исследование этих вопросов самостоятельное исследование этих вопросов и об этом нам говорит разум мы говорили о об этом доказательстве, об этом доводе на прошлом нашем уроке. Но на этом уроке мы также упомянем о нескольких доводах и доказательствах, которые упомянуты в откровении. Откровение также утверждает о том, что человек обязан, непременно обязан исследовать эти вопросы. Вопросы о том, существует ли Бог, и если он существует, то какими атрибутами он обладает. Откуда пришел человек? Кто является его создателем? И куда он придет? Каково его будущее? Какова его вечность? В священном Коране сказано аннаху ла иллаллах» В священном Коране сказано «Знай, что нет божества, кроме него, кроме Аллаха, кроме единого Бога». То есть сказано «Знай, то есть знание этого вопроса является обязательным, потому что сам священный Коран утверждает о том, что ты, человек, должен об этом знать, потому что в священном Коране использована приказная форма глагола, использован приказ «знай», «фа'лям». Это один из яснейших доводов на то, что знание этих вопросов, исследование этих вопросов является для человека обязательным. И Халатность в этом исследовании влечет за собой наказание. Помимо этого, имеется предание, которое является толкованием следующего аята. Инна фи вал арды, ла фил ла 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 в Священном Коране сказано, что поистине в создании небес и земли в разнице между днем и ночью имеется знамение, для обладающих разумом. И в толковании этого аята, Его святость Пророк Мухаммад, وسلم, сказал следующее: фалам Горе тому, кто читает эти аяты, горе тому, кто читает этот аят, и не размышляет, не размышляет над Ним, горе тому, кто читает этот стих Священного Корана но не размышляет над ним. И это предание ясно свидетельствует о том, что размышление, что исследование этих вопросов, вопросов идеологии, вопросов, в первую очередь, касающихся Бога, Его атрибутов, Его особенностей, являются обязательным для человека. И порицается тот человек, порицается самим пророком Мухаммадом, алейхи и алейхи и салям, носителем откровения, порицается тот человек, который проявляет халатность в этих вопросах. Также его светлость Алибн Абиталиб, алейхиссалату вассалам, сказал следующее, и эти слова его светлости запечатлены в книге Нашуль Балава, Путь красноречия. Его светлость сказал следующее. Лам Его светлость Алибн Абиталиб, алейхиссалату сказал, что Всевышний не дал умам объять свои атрибуты, то есть умы не способны объять своим знанием атрибуты и сущность Бога. Но при этом, но при этом Бог не скрыл от разума, от умов Ту категорию знаний, которые обязательны для изучения, для исследования. То есть имеются вопросы, имеются категории вопросов, которые обязательны для каждого, обязательны для изучения и для исследования. И согласно словам Его Светлости, алейбну Биталиву алейхиссалам, именно эти знания доступны разуму. Бог не скрыл эти знания от разума, от умов и Каждый человек самостоятельно может исследовать эти вопросы и понять эти вопросы. Таким образом, эти аяты и эти предания свидетельствуют наряду с разумом и подтверждают те доводы разума, которые гласят о том, что изучение этих вопросов является обязанностью, является обязательным деянием для каждого человека, не говоря уже о мусульманине или верующем. Следующий вопрос, которого мы также хотели бы коснуться, это вопрос о том, что изучение этих вопросов необходимо производить на основе доказательств, необходимо производить на основе доводов. И здесь мы также имеем две категории доводов и доказательств. В первую очередь это доводы разума, во вторую очередь это доводы откровения. Что касается доводов разума, то все очень просто. Разум нам подсказывает, что мы имеем всего лишь два пути. Или же исповедовать все убеждения, которые возможны, или же исповедовать только некоторые из них. Третьего выхода у нас нет. Все убеждения одновременно исповедовать мы не можем. Во все Верить одновременно мы не можем. Как минимум потому, что большая часть этих убеждений являются противоречиями. То есть большая часть этих убеждений противоречат друг другу. Являются противоположностями. А исповедование и вера в противоположности просто немыслимо и невозможно. Поэтому непременно остается второй выход а именно следование и убежденность только в некоторых вопросах. Например, мы веруем в то, что Бог существует, и отказываемся от идеи, что Бог не существует. Мы убеждены в том, что Бог всемогущ, и отказываемся от того, что Бог беспомощен. Таким образом, мы выбираем, разум подсказывает нам второй путь, а именно путь, согласно которому мы исповедуем только некоторые убеждения. Но выбрав этот путь, мы также встаем и сталкиваемся с двумя путями, согласно одному из которых мы выбираем некоторые из этих убеждений на основе доводов и доказательств, на основе какой-либо причины, на основе какого-либо предпочтения. И второй путь. Мы выбираем некоторые из этих убеждений беспричинно. Веруем в то убеждение, отказываемся от другого убеждения без какой-либо причины. Например, мы веруем в то, что Бог существует, и отказываемся от идеи, что Бог не существует. Мы верим в то, что Бог всемогущий, и отказываемся от того, что Бог беспомощен, но без причины. Без какой-либо на то причины. И разум подсказывает нам, что второй путь, он является тупиковым и неверным и ложным путем. Разум говорит, что выбирать какие-либо убеждения, какие-либо взгляды без причины, это абсурдно и осуждаемо. И поэтому перед нами остается только один путь, первый путь. Выбирать некоторые убеждения, но на основе доводов и доказательств. А этими доводами и доказательствами в первую очередь является разум. И во вторую очередь откровение. Откровение также опирается на разум. Но так как наше время подошло к концу, об этом мы продолжим говорить на следующем уроке. Вассаламу алейкум, рахматуллахи الدرجات يا ولي الحسنات